Татьяна Гутова. Покажи мне хвост, жар-птица. Фиолетовый поток, ты сегодня занемог и оставил вновь меня в сумраке гнилого дня. Помоги его пройти без уныния и тоски, без ненужной суеты и без липкой пустоты. Я пытаюсь, я стараюсь, но с унынием не справляюсь. Вновь оно вылазит в свет, настроения все нет. Дома холод напрягает, жить и думать мне мешает. В валенках хожу весь день и бесчувственно, как тень. Я в смятении нахожусь, к высшим силам обращусь, дайте мне какой-то знак, чтобы все было не так. Может, сон какой приснится, или покажет хвост жар птицы. Может, помощь мне придет, или друг меня найдет. Диалог с душой. Понедельник – день серьезный. Мне бы с душой поговорить. Оказалось, это сложно. Отказалась мне служить. Нет души. Вдруг устранилась и советов не дает. Где-то спряталась, укрылась. Или устала от забот. В пятках нету. Неуютно, в почке дверь закрыта, в печени все очень смутно, подреберье скрыто. Завибрировало сердце, видно, там она была, и ответила мне дерзко: «Быстро ты меня нашла! Я с тобой живу с рождения, и советчик верный твой, ожидаю с нетерпением встречи лишь с тобой одной. Помогу тебе советом и вибрацией своей. Оставайся в мире этом, будь светлее и добрее».